Всем доброе утро. Как у вас началось утро? Почему-то на лице на вашем не написано, что оно началось. Анти превосходно. Да, потому что кто-то устроил дебош. Какая красота здесь, идиллия. Сонечки нет. Вот, прекрасный домик, вигвам. Всем привет! Сейчас с Аней сделали зарядку и будем кушать салат, который вчера приготовила Аня. Подписка на канал вас вообще ни к чему не обязывает. Итак, приятного аппетита. Совет номер один. Не ездите на автобусные обзорные экскурсии. Спасибо. Почему? Потому что из окна... Короче, у меня сегодня поотменялись клиенты, и мы решили... Что мы даже решили? Сейчас поедем куда-нибудь отдыхать, загорать. Очень хорошая погода на улице. Да. Вот, как-то так. Кто тебе звонил? Артём. Что говорил? Надо... Нету на поезд билета. На сегодня? Да. Чтобы он ночью ехал? Сейчас я посмотрю. Из брат. Даша должен приехать. Сейчас будем красить волосы. Уже давно не красила. Видите, как корни отросли. Вообще, надо, короче, красить. Вот, я пользуюсь вот такой вот краской. Deluxe Estelle. Краска уход. Номер у меня 844. Вот. Заказываю на Валбрисе. Там, в принципе, хорошая цена. Хорошая скидка. Вот. Краска у меня получается один к одному. Так, это будет тут 60 миллилитров. И тут оксид у меня тоже 60 миллилитров. Как-то один раз красила волос, первый раз этой краской. Она была фиолетового цвета. Я такая думаю, боже мой, что же будет с моими-то волосами, если они будут фиолетовые? Оказывается, что дело не в том, какого цвета сама краска. Я просто в этом вообще не разбираюсь. Не колорист, не профессионально это все делаю. Раньше я ходила к своей подруге Амире, которая такая темненькая. У нее точка Эмилия. Но сейчас я... Мне по-быстрому самой покрасила. И мне нравится цвет. Раньше меня красили Кёином. Вот, но сейчас... Мне нравится цвет от этой краски. Он, в принципе, достаточно долго держится. Вот, поэтому я решила красить сама. Мне Даша поможет зад покрасить. Ту часть волос. А так я сама крашусь. В тот раз не очень хорошо покрасилась. Были проплешины. Вот, поэтому этот раз мне поможет Даша. Вот, и выливаем сюда оксид. 3%. Мне этого хватает. Раньше вообще у меня был, по-моему, 6%. Я знаю, что для блондинок используют там чуть ли не 12%, если я не ошибаюсь. Ну, чтобы очень волос высветлялся. Мне хватает и столько. В принципе, я думаю, что все. Одной упаковки мне хватает на все волосы, кстати. Все это надо закрыть и выкинуть. Все, и перемешиваю. Пока она такая молочная. Цвет такой бежево-молочный. Ребенок уже спит. Ну, наверное, засыпает, потому что положили. О! Начинает. Ой! Ой, боже мой! Даже дышать нечем. Такой противный запах, ужас. Можно задохнуться.
как вообще парикмахеры работают, я не знаю. Вот, я полностью ее перемешала. Она достаточно густая. Даша, можешь мне принести маленькую такую расческу? Нет, расческу. Угу. И зеркало со спальни принеси. Да. Нет, расческу такую, она тоненькая такая. И зеркальце принеси, пожалуйста. Вот. Сначала я крашу корни. Это прикорню. Нет, это вообще детская. Ну ладно, давай, она все равно не... Соня, больше ничего не начнем там. Вот какой будем красить. А зеркало? Какое? Белое? Даша моет волосы. Даша, что происходит? Сегодня бьюти день. Расчесываю детской расческой. Волосы у меня достаточно жирные, я их позавчера мыла. Как раз то, что надо. Вообще мне надо подрезать волосы, потому что они суховатые у меня уже. Но, блин, длина уйдет. Я так хочу подлиннее волосы. Вот, если обрезать, то ну, стабильно вот так. А это короткие уже. Поэтому и не хочу. Секунду времени, Сонечка спит. Все уже спит? Да, представляешь? Понятно. Мне принесла наше зеркало. Буду краситься, потом вам покажу результат. Покажу вам немножко, как я крашу. Единственное, что чего-чего, у меня перчаток здесь нет. Буду рисковать. По-моему, сюда не ловят перчатки, нет. Это типа как профессиональная краска, не красить не дома. Поэтому они, наверное, и не ложат. Ну вот, я начинаю от корня. Стараюсь побыстрее красить. Потом все вообще перемешиваю, как шампунем, знаете, так красит. Я так перемешиваю. Начинаю вот где-то до сюда крашу. Там уже дальше не вижу, меня Даша покрасит. Вот так вот. Чувствую, руки у меня будут очень-очень чистые. Слушайте, этот второй подбородок. Сейчас вот мы начали заниматься. И может быть, этот второй подбородок у меня наконец-таки уйдет. Но не факт. Вот хорошо тут прокрасить. Да, потому что в тот раз я очень плохо прокрасила. Крашусь я очень давно уже сама. Наверное, с лет 13, потому что... Мне как-то мама... Короче, я решила покрасить волосы. Мне мама такая говорит, типа, что красить я буду только хной. Ну и начала я красить хной волосы сама. Мне очень хорошо получалось. Я красила. И вот потом решила перекраситься вообще в другой цвет. И после этого я хной уже не крашусь. Вот так вот я перебрасываю волосы. На самом деле я как-то это быстрее делаю, потому что в перчатках я не боюсь их испачкать. Мне кажется, я сильно испачкаю. Надо кремом помазать руки.
Мы с Дашей идем в старый замок, но я не уверена, что у нас, да, что мы успеем, но, короче, попробуем, во всяком случае. На улице очень жарко, и мы оделись очень по-летнему. Потому что на улице очень жарко. Да. Сейчас, кстати, подходим к советской уже. Мы, короче, походу опоздали уже. Через 24 минуты это все закроется. Поэтому будем просто гулять. Вот старый замок. Вот там речка. Вот такой он красивый. Вот такие ворота красивые. Да все, спускай ее. Опа, опа. Кисуня. Вот у нас влог будет прикольный сегодня. Все, тут уже ничего нет. Видишь, какие двери. Все, здесь уже. Жесть. Да, мы душу рай для Сони. Ой. Дай здесь вторую ручку мне. Мне надо ходить первой. Да, это здесь, Даш. Да, тут красиво. Смотрите.
Это, видишь, печка такая. А сюда можно подняться? Спасибо. Ну что, миссия выполнена. Очень красиво. Да. Прямо хорошо сходили. Всего лишь 4 рубля стоит. 5 рублей стоит. Ну, считай, по 2 доллара. Ну, больше понимаю, что Гродно — это очень красивый город. А, да, пошли там красиво вот на выходе туда. Я тут как-то фоткалась очень давно. Даша, вам понравилось? Очень, очень сильно. Вот такой отдых я люблю. Наслаждаешься архитектурой. Да, сильно много насладилась с ребенком. Да. Подкачалась немножко, опять же, физическая нагрузка полезна для сустава, не для тела. Купили, чтобы освежиться. Очень вкусно. А вишня, мята, маракуйя. Очень вкусно. Вот тут покупали. Соня,
Ой, смотри. Тебе нравится? Это большой буфет у нас. Здесь очень удобно то, что можно посадить ребенка и спокойно сидеть, кушать. А там он очень большой. Там дальше очень много посадочных мест. Это у нас университет в Гродно. Приехал брат Даши. Мы сейчас идем, показываем еще Гродно. Я натерла себе мозоли. Еле иду, но иду. А это у нас крыша мира. Прям мира. Вот приехал в гости мой брат. А, да? Ну, я не знала. Кстати, очень красивый цвет волос. Господи, чуть не упала. Вот когда распущенные волосы, с очками неплохо. С очками. Смотри, мы идем, гуляем. Класс. Погода просто сказка. Только нормально. Посмотри на свои ноги. Али, обувь. Идем босиком. Соню тоже украли. Идем по Гродно. Его украли. Как ваши ощущения? Кстати, такой теплый асфальт. Ну да. Вообще. Стой, дай надо. Саня, камушек. Саня, камушек, чтобы она тебя бросила его. На, Саня, на камушек. Вот здесь вот за почтой идем. Да? Сейчас пойду получу свое уведомление. О, Аня, тебе что-то здесь пришло. Аня, ты забыла свой велосипед. Вон вверху вишня. 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 Ну, кстати, вкусная. Спасибо. Соня. Да, Соня. Ой, перекус. Ужин. Ужин. Надо. Спасибо. Что? Надуваем наш шар. Фитнес-шар. Чтобы не было всяких там отложений. Это опять же все для суставов. Это Артём, брат Даши. Мы его припахали. Да.